Спорткомплекс «Авангард» снова принадлежит государству. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заместителя прокурора столицы и вернул ледовую арену в государственную собственность. Напомним, ранее спорткомплекс состоял на балансе профсоюзов. 2 года назад там началась реконструкция, но уже больше года стройка была заморожена. Что будет с «Авангардом» дальше, мы спросили у министра молодежи и спорта Украины Дмитрия Булатова. Мы возвращаем в госсобственность. Это раз. И второй момент, что все дальнейшие действия, принимать решение, отдавать его инвестору, государственные деньги, инвестору то какому, затем и почему, будет решать не министерство, а не государство, в первую очередь общественность. У нас есть входящая задача, у нас есть комплекс шикарный, состояние народа, но если мы ничего не сделаем, он развалится. В государстве денег на ремонт нет. Пускай люди выступают вот тем общественным фильтром, который принимает решение. По словам Дмитрия Булатова, министерство в дальнейшем планирует с привлечением общественности осуществить ряд мероприятий по защите спортивной инфраструктуры страны.